Теории, что мы должны к чему прийти, это к телевизору. Я понимаю, что на телевизор попасть с тем количеством мата, с тем количеством оскорблений, которые нецензурные, у нас не получится. Здесь должен быть такой шахматный поединок. Я же иногда общаюсь с людьми на канале. На Матч ТВ действительно, насколько я понимаю, есть интерес к медиафутболу. И в прошлом сезоне еще... Перед началом этого сезона прошлого были разговоры о том, чтобы там со стадии 1-4 показывать на матче. Но здесь уже дальше возникают, знаешь, моменты с временных слотов. Потому да, что чемпионат мира, да, совпал. Ну, плюс еще и, ну, в общем, медиафутбол играется по выходным. Да, обычный там... футбол тоже по выходным. Если бы медиафутбол сдвинулся, например, да, на понедельник, вторник, то... Было бы время показывать это, понимаешь?